В селе Новоингинского на слега Тампонского района впервые после паводка 2001 года в эксплуатацию вводят 12-квартирный дом. Его построили по программе переселения. Подробности у наших корреспондентов. Строительство двухэтажного многоквартирного дома стоимостью 42 миллиона 720 тысяч рублей начато в сентябре прошлого года. До Нового года строители успели поставить коробку здания на фундаменте из металлоконструкций. Сейчас на объекте трудится бригада из 8 человек, которая завершает внутренние и наружные работы по утеплению. Со дня на день на подмогу прибудет вторая бригада. Прежде всего мы отшиваем и внутренний отдел начинаем. И дверь устанавливать, окна ставить, уже как бы тепло стало. Стройматериалы по зимнику завезены на 90%, поэтому рабочие трудятся, не покладая рук. Без выходных с 8 утра до 7 вечера. В доме общей площадью 842 квадратных метра, 3 трехкомнатные, 4 двухкомнатные, остальные однокомнатные квартиры. Предусмотрены отдельные санузлы. Самим тоже интересно, вот новая технология. Вот дальше, раньше вот такого не строили вообще ни разу. Вот сейчас только вот такие проекты вышли. Объект вообще строится быстро очень. И качественно, самое главное. По времени все успеваем. Всего в новый дом с полным благоустройством и внутренней отделкой переедут 12 семей, 38 человек. Для самих жителей села Новой это большое событие, где строительство многоквартирных домов не велось с конца 90-х годов. И в августе отмечать новоселье будут всем селом. Мария Винокурова, Сергей Москвитин, НВК Саха, Хандыга.